Что такое или кто такие хиппи? Так вот, хиппи появились в этом штате в 1970 году и живут там до сих пор, хотя и постарели. Но зато наверняка современные молодые люди знают, что такое транс-музыка. Так вот, транс-музыку придумали хиппи. Штат Гоа является мировой столицей транс-музыки. Вы, конечно же, знаете, что транс-музыка, основа ее – это ритм, который звучит вот благодаря таким барабанам.